интересно, сколько бы Редвард тут дал? 1030, наверное, да? Я вот просто не понимаю, чем надо было босс, чтобы такое говно работало. Чем? Чтобы сделать его обоссанным дном? Не так обоссанное дно. Блин, по товарам не лист. Может, ты еще не разобрался, может, не собрал? Да, конечно. Это я ущербный. Вообще про товара, чтобы он бегал по инсту, спотыкался и от этого умирал еще. Ну, блядь, походу так и сделает. Бежал, упал, блядь, умер. Там Элим, походу, лучше танчить будет, чем про товар, блядь. Есть там на тупую. Информация у вас, смерти, упал, споткнулся, блядь. Упал, очнулся, гипс. Вся суть про товара, блядь. Может, Легион кто-то? Я жду, короче, ленточку. Ролите быстрее. Нахуй ленточка, она так разрулится сама автоматически. Вот, видишь, если я выиграл. Теперь... Сука, опять моя ленточка. Теперь пиши большими буквами. Продам за 5к. Бабки мне отдаешь. Что там на бой сейчас? Монород, наверное. Монород, скажи, кто? Ты или он? У нас один дебил ленточку на эту колье с этой следи. Какой следи? С этой летающей, блять, как поменял слайд. Сука. Поддал, поменялся, дебил. Нормально, чё. У нас квеста выпало в сумке. Так, отсутствует Белорус и Хекси. Второй проверки сейчас он, будет. Он бегу отошел, все подойдет. Кто, Хекси? Дайте лапу. Он идет уже. Вот, Делорус тут. Еще раз даю чек. Сейчас уже скоро начнем. Да. Так. Проверка завершена. На счет 3 начинайте. Раз. Обновите кулак. Ой, кулак, блядь. На прикрепите. Что, может, зерганем его? Ладно, попробуем. Вера не дает бомбус? Только по анон. Кинстон. На свое усмотрение, охуярь.
или топ-класски мне, чтобы поубить, да. Пиздец, с двадцаткой быть на 12-м месте, ёбаный стыд. Когда я, блядь, мне хату продать, чтобы, блядь, в первую пятерку попасть? Почки достаточно. Суманете там к следующему боссу, полечу, усилки скину, бегать толку. С этим хп. Ты так сказал, как будто двадцатка, я не знаю, блядь, великий подвиг. Что, по-моему, даже кривая руки двадцатку, блядь, 105 умирает. Кирс, распыл есть? Я немножко не о том, блядь, понимаешь? Я понял, о чем ты. Меня вот расстраивало, когда я был в десятке, когда давал 25-26. На Ларихе. Вот кто мне объяснит, блядь? Это надо другой PGP Loadmaster скачать. Вот у меня написано 0.5.0 Beta by Burj какой-то хуйда. Steel Alliance, говно какое-то. Может, надо обновить, хуй знает. Почему вот он мне пояс вот этот не линкует? Почему, блять, написано офлайн? Так-то это, Эдуар, понятно то, что это треньки поменяю, пушку-то ДПС вырастет, но, блять, брюлей, сука, ноль, блять, уже нахуй вторая карта, блять. С первой карты, блядь, с нулями, брюлями бегают, так что смирись, нахуй. Да, блядь, на ебаном лоте, которым, блядь, я тупо делал охоту, два брюля, блядь. На ебучем ДК и паладине, но... Я, какой? Блядь, новый аккаунт сделаю, нахуй, начну ДК там, блядь, просто качать, чтобы мне брюли, может, упадут, блядь. А какой-нибудь Ваниэль, нахуй, с восьми брюлями, кривой руки, ебан, нахуй, и, блядь, тебе дает хуйню. В ЧСово, нахуй. В ЧСово. Не, вообще в хило шмоте, блин. Крикните на АП, блядь, поле шмоте, вернее. Че, и шея без брюля, блядь. Ой, че у меня так мало? Делорус, че ты готов? Суманить? Да, у меня нет. Я все жду, может, ребаф, но только каски дали. Сумон, дайте. Казари дал каску, друиды дали. Лав. Нелик, баф, ничего ты жопишься. Ты кричишь, но ты в мили-зоне, понимаешь, а я РДД... Чтобы ставить. Да у меня есть, да, Лёш. Всё, танк забирай, босс. О, босс, сумон будет, не? Это уже, блин, босс. А, они бой начали. На... У них недержание. Преждевременное пулоизвержение, да? Да, да, да. Там лужа прям посередине. Далеко не веди тут. Рейндж от мили-зоны. Тут стоит. Заблюете нас, весь рейд заблюется. Еще одну лужу посередине. Давай-ка угадаю, кто это. Это Скотт Дергер. Уважаемый Кават, слизняка, который на тебе... Отверни лицом к стене, откуда появляются кранчики с зеленой жижей, чтобы он плевал туда, а не в рейд под босса. Это очень важно. Хорошо? Звучит прям как оскорбление. Да. Берите рейндж, чтобы не блевать больше трех людей. Блевота кидается на трех случайных людей. Большого с мили-зоны.
Беломорт сдох. Но есть и отличный новость. Он оставил море... Чё, профа, не убьем сразу? Чё, может, сразу убьем в натуре? Да, если без сопрот. Сорн уже можно сразу убить. Ой, типа нас не слышит, блядь, тут большой сидит. Может, большого убьем? Да, идите на кровь, скажи. Да большого можете убить. Йотан, не прояви меня, Тайтон. Блэк, айда. Блэк киллер, ты уверен, что за ГП это заберешь? Ага. Вот плечи вот эти, чудища, они у меня не литкуются через эту хуйню. Йотан примет в дар на трансмут без ГП, блядь. Есть осколок там, нет? Есть? Там сумонить будете или без меня справиться? Да тут они большого сагали, сейчас бой пропадет. Вот пропал. Там и так нормально ходит. Возьмите ДДшника лучше одного вместо меня, я посижу послакаю. Да не, зачем тебе слакать? Посижу, поржу. Грешно смеяться, он понял. Казум, ты здесь? Да, да, да. Казум, заходи вместо мага, тут маг. Уезжает срочно на 30 минут, что-то какие-то дела появились. Сейчас тебя тоже сменем. Сейчас иду. А ты на куда улетал, Элбрил? Перед гнилым. Теплый края улетал. Просто тут босса спулили, если ты не в курсе. Случайно какой-то чернокнижник направил своего шо? Питомца. Умоюсь, пока схожу. Что-то глаз щипит, бля. Блять, а меня тихо слышно, да? Сейчас пожаримся. И что ты мне хочешь дать? Слышно? Да. А то у меня такое ощущение, что очень плохо слышно. Да, сейчас на трэше групповой. Контрольте мобов. Пришел тоже мушкор не дать. Давай, давай. Вот тактика зерга. Блять, можно как-то скучковаться, а? Можно. Вы спуститесь, снижу. У него на лестнице делается. Лейтенант в рейде бьет жену, Эна. Осторожно. Да, наверное, просто надо меньше сферы брать.
будет жив. Сила, все живы. Кирилл, лох, ты тут? Да. Да. У тебя открыт Дискорд? Да. Открой Дискорд. Там найди внизу, в левом углу, настройки пользователя, шестеренка такая. Нажал? Ага. Там. А, все, я понял. По кнопке поставь. Извини, все, окей. Правильно произношу ник, может не Кириллок, Кириллокс? Называй как хочешь, мне без разницы. Просто как первый раз произнеслось, так и получилось. Ну ладно, ну Black Killer, значит, на килле сети и монород на двоих, человек на пол. Да, блядь, мышка. Что? Мышка, погоди, села мышка. А. Меч в ножнах застрял. Ну и что, ты батарейку меняешь или что? Да. Ну скажешь. Погнали. Вы погнали, ты кто? Да ты все, уже спалили. Давай бьем, ничего страшного. Второго моба Талдарома забери. Берите рейндж.
Кир, ты зря на этом боссе опять. Там шар с левой стороны падает. Тут лужа вообще никак. Кириллох упал смертью храбрых, вернулся в Мелизон. Нет, там написано получает пизды. Ну и это угарный аддон. Угарный, у меня ребенок иногда подходит и сидит читать начинает, что там пишут. Хорошо, что еще медленно читает. Ты вовремя успеваешь остановить? Да-да. Да, я начинаю это, когда... Поставь этот антимат, спам, Элбрил. Поставь это, антимат, спам. Ну, мне тогда будет... Ну, он, по-моему, работает только на чат, когда это написано, блядь. Это... У него над головой, там, у кого у нас, у Лока. Вставай, там, чертила, блин. Я начинаю так вокруг себя крутиться и ничего не прочитать. Есть осколок? Че ты в этом не говоришь в Дискорде? Плюсики там ставишь. У меня монитор большой просто. Блять, пока поверну голову. У меня товарищ играл лежа на кровати, а изображение на телевизор на стену выводил. Говорит, херово, говорит, не видно, что там пишут. Ага. А так, говорит, все хорошо. Вот, Сантея убит тактик. По тактике. Thank you.
Алекс Элбрил, вы тут? Обновите рыбу, поешьте бафы. Хорошо сказал. Чек на пул. Поели баф? Ну я поел. Охуенно вкусный, ум отъешь. Так, на счет 3 будем пулять. 1, 2, 3. Дайте мне салют. Хорошо сказал. Розари. Идем, как это называется, на Вальку. Топ триня говоришь, да? Конечно. Ну фу, бля, ПВП нахуенная была, какая работа.
Налог, как Казум собирает там на танк спек, пригодится. Даже на БГ нельзя использовать. Это печенька героическая на кого там, друида, мага, не помню кто еще там, у друида в пятой пати. Тебе надо она? Если не надо, кинь на ролл. Шмаратозина. Вот ему не надо. Если кому надо, забирайте. Это героическая печенька. Напает много статов. Появляются дополнительные сокеты. Т10. Ой, тут все уже Т5 собирают. Там Т10 тоже статов нормально. Такие же статы, как Т5. Мне кажется, единственный человек, которому нужна эта печенька, это в принципе я. А ты кто? Да это халой, сижу тут. Не жду, просто сижу. Ты вар, тебе другая печенька идет. Ну да, но я имею в виду так, это как у вас этого сурфанга. Ты его троллишь или чё, блядь? Нет, я вообще не умею троллить, ты с чего взял? Чтобы я дотроллил? По-моему, сегодня сигареты курили из государственной начинки. С какой начинкой? Из государственной. Сам забивал. Самосадом, что ли? Да не. Да, самосадом. Самосбором. Зайкоса батарейки курил? Тут если и есть наркоман, то это йоту. А ты не думаешь, что в Дискорде просто может сидеть человек, который работает в службе, который занимается там незаконным оборотом наркотиков, хранением, еще просто убьет, поярил, к нему приедут и пиздят. Ну наконец-то хоть приедут к Войду, поднимут его и заходят. Войд, а ты откуда? Новосибирск. Это, братан, по дыму ходы есть, да? А можно кинуть этих таких, чтоб привезли тоже бесплатно? Кстати, а этого не было там осколка-то? Я забрал. Ну, как же? Майором. Не, сланы. Я понял, там группа был, да? Ну ты забрал его, да? Ну хорошо, красавчик. Элик, сколько у тебя осколков? 11. Ого. 3 недели. Я в обычку хожу уже 6. Вот минут. Ты расстроишься, когда тебя шеем вообще не апнет, да? Мне кажется, апнет. Почему не апнет? Не, не то, да, не апнет. Он морально устареет, пока он его соберет. А вы, кстати, зря думаете, она в будущем апаться будет. Какой это будет там левел будет? 350-й? 303-й, по-моему. Ничего себе. А как он апнется будет? Надо будет еще раз, блядь, сделать миллион квестов. Еще раз. Надо будет 50 осколков. Ой, 70 осколков собирать. Скеля, 70 осколков. Да. ОКХМ один осколок будет скеля падать, надо будет 70 раз осколков собирать. И то шанс дропа один. Где вы сочиняете? Это, короче, как Феникс, который с него падает, да? Да. Который уже у всей гильдии есть, а у меня до сих пор нету. А он у всех есть. У меня вот нет. Просто смотрите, к чему я. Те, кто успеет собрать, молодцы, как бы, а потом сюда целка никто ходить не будет. Я не знаю, как вы потом будете собирать этот шлем к себе. Да будут ходить пугарами. Так же, как Лорус Долгоногости будет выбивать. Как 25 оп. Как 25 оп с пугами ходят, так и будет вверх пугами. Понимаете, что это пугарейд, блядь?
Я знаю, как это. Я с фугарейдами уже третий рейд хожу. Вот, по одному отколу. За рейд 4 босса. Класс. Это мучительно и долго, блядь. Ну, у меня было 7 боссов, 0 осколков, короче. Хейлбрил и Эрдру, захилите вдвоем рейд. Конечно. Тогда 3 метки идут в портал. Порталы. Сейчас надо топ-3 не одеть. Распылить сначала, потом одеть. Ну тогда чек на пул. Танки. Подожди, куда? Маны ничего сейчас, нет. Куда? Маны после допьют, только рез уже. Держи. Уже на пол поставил. Ну ты поживи пока. Кстати, пока вот стояли, прицепился, бежал, отвышился, пулит. Ничего страшного. Порталы пойдут, вот эти 3 звездочки, 3 меточки. А танки там кто справа, кто слева, надеюсь, уже разобрались. Мне сопрот кончился. Ужас. Ну, вчерашний, блин. Готов? Да, как пионер. Да. Так, что варам не хватает? Давайте на счет 3 пуляем. 1, 2, 3. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте сегодня дракон. Кости и прах. Воскрешение. Меня бьет толстый. Заберите, пожалуйста, толстого. Заберите, пожалуйста, толстого. Кто спасибо. Спасибо. Спасибо, пацаны. К танку бежать надо. Так я стою хилю Вальку, какого танка бежать надо? Блять, ну чё теперь, умирать что ли? О, народ, ты чё толстого не забираешь? Так а чё они забрать не могут? Себя хилю. Он с одной тычки бьет, какой себя хил? Куда себя хил? На что? О, народ, залей ману ромбику. Пиздец, просто. Чё шок ледяной не дал? В Двориде такое же было сегодня. Еще предложение было. Сапоги инженерские. Угу. Хорошо, сейчас прокачаю, приду. Сразу же иду. Это пиздец просто. Да. Скажи спасибо Монороту. За свое счастливое детство, блин. Более сказал до того, как он вообще бежал ко мне. Ладно. Ты не выспался, что ли, сегодня ворчишь все время? Да не, не хотел. Что случилось-то? Женские дни пошли. Мир уходит, да хер с ним, блядь. После этого будем захилим. После этого портал. Со стороны Монорота. Нормально. Огненный маг, блэкиллер. Кинь в него таунт. Сейчас он кого-то добежит до.
маг пошел, верховный маг кастует. Надо нажать на него таунт, чтобы он не дошел до штормсинтера. Молодец. У тебя получилось. Блядь, обучение. Да, я не знаю. Не, я понимаю, что не дойдет, но почему-то он дошел до этого. Так получилось. Это так не должно получаться вообще никак. Мы же не в Пугарете, чтобы так получалось. Воскрешенный верховный маг. Мы должны были вообще втроем хилить. У Кирса сломалась мышка, из нее вылетело колесико. И портал не получается нажать, только колесико. Я шмакал ее. Это пиздец какой-то фильм. У того колесика, у того таунта. С шариком еще, да? Эрдру, поднимай хулипала, пусть скайпа хилит хотя бы остаток боя. А, еще и хулипал сдох. Понимаю. Да, он словил стаки и сдох. Очень много набрал стаков. А у меня манна кончилась, сейчас мы вайпнемся. Нет, Неликс, читай гимн на ману. Пришел, дай иннер по Элбрил. Значит, Элбрил, читай гимн на ману. Кирс, тотем на ману. Я уже его прочитал. Все друиды, проверьте, есть ли у вас на КД озарение. Вот, другое дело. Теперь можешь еще похилить немножко. Живем, пацаны. Да, и еще вот. Живем немножко. Я тебе еще тотем поставлю. Вот видишь, как хорошо. Угу. Где наша не пропадала, как говорится. Еще фласку в трейд. Да, мы же не в Пугарете. Да. Поэтому мы используем все способности. У нас был такой мем, у нас был игрок, который использует свой класс на 100%. Только один он на сервере. Только один он такой был на сервере, никто больше не мог так, как он, играть. Он за всех играл на 100%. Майкл Джексон. Ник у него был. Ник у него был Джерион. Он настоящая легенда. Берите квест на Синдрагосу. Зусом. Так я не стал, не заметил. Ну сейчас подожди, пойдем на трэш. Да, квест. А так стартанул, да, красиво же, но я напшлось за квестом возвращать. Просто резиста нет, да? Че, давайте я. Сейчас погоди, не очкуй, все будет. Неликс, какой ты пати? Вот вижу уже. Во второй. Избавление от кошмаров. Кому-то надо, плюс в рейд. Боссы на это, как она называется, вам. Жезл отдам просто на распыл. Дальше. На распыл, да. Вот. Сапфировое кольцо ледяного покровительства. Рольте. Так, приоритет 8 у Ханта, приоритет 12.62 у Вара. Придется отдавать Вару. Ты комментатором не работаешь, Войт? Нет, я не работаю. Подрабатывает иногда. Вот это говнище надо кому-то? А ты да, передай... Я думал, у тебя распыл есть, аддон показал. Передай Жунену, он там рядом был, на самом деле у него есть распыл. Это не, у меня есть распыл. А, можешь еще Штормсингеру отдать. Вот этот, он распылит и потом зачарит тебе сапоги на выносливость и скорость бега. Давай. Потом ты сможешь от притяжки на Синдрагосе отбегать намного эффективнее. Вайт, у нас перед Синдрой перекур будет? Да. Сейчас убьем трэш и будет перекур. Да мне этот блядский фрост уже задолбал. Согласен. Ну поехали, что ли? Где там все? Спускаюсь на лифте вниз. Сейчас вас ждет история. Это мы обещал что-то рассказать. Ну я говорю, сейчас зайдем в комнату, расскажу. История моей жизни, спускаясь на лифте вниз. Муха на стене, да, сидит. Черно-серого. На счет три заходим в комнату. Раз, два, три. Делаю ерче, да? Нет, ерче я уже не стал делать, пусть. Давайте сделаем ставки до 100 голд. Кто умрет первым? Так.
ставлю мужиное на сатенчик. На пульте на сову. Смотри, нет, он в коте бегает. Он на вис нажал. Сука. Не допуливай, не надо. Блять, резист. Так, все по 100 голды резист. Короче. Вот этот челик, который играл на 100% за все классы. Он на самом деле так же рейдил рейды, как и я в 2015 году. Нет. Вот если брать меня, как я играю, ну типа, то я играю за свой класс на 20-25% может быть. А он играет на 100%. Ну, понимаешь, да, разница в чем? В чем разница-то? Ты что там, типа, сидишь, куришь вместо того, чтобы играть, а он просто да ротацию нет, нажимает? У него кошка бегает, он приводит. Да, то есть, он то есть он нажимает кнопки, даже не глядя на клавиатуру, и даже играет с выключенным монитором. Ты что, блядь, на клавиатуру смотришь, как на кнопки нажимаешь? Может, ты еще на мышку смотришь, когда ее водишь, блядь? Я что, представляешь, даже на машине на коробку передач не смотрю на ручку. Переключаю так, ты по памяти, на любой машине. А вот на автомате смотрит. Что? И поворотнее, тем в какую сторону загораются. В зеркало. Нет, он озвучивает, так переключаюсь на вторую. А чё, у нас была такая... Да прикинь, это просто в пробке стоит и такой, блядь, въебало высунул форточку. Давай, так, ты едешь левее, подгазовывай. Я сдавал на права, а там баба на легковую машину сдавала. И она такая садится в машину. Так, пристегиваемся. Снимаемся с рубчика, включаем левый поворот, включаем первую передачу и плавно трогаемся. Выглядывает вот такой в окно в пробке. Так, вы что, не видите уже зеленый свет? Так, Арчена, готовность проводить. Обычно я говорю, ну давайте уже, ебаный в рот, зеленее-то он не будет. Да-да. Вы что, не видите, блядь, там зеленый? Нет, там как в этом, блядь, в Бродва таксист. Мы были же люди как люди, стали все уроды, нахуй. Да, есть что вспомнить. Короче, этот человек еще, кроме того, что он играл на 100% за все 10 классов в 3.3.5а, а еще в 2.4.3, а еще на ваниле, а еще где-то, но я это не видел. И у него 19 сантиметров, да? Насчет этого я тоже не в курсе. И бабы у него не было, да? Так много о нем знаешь? Он, короче, мы долго проиграли с 15-го, получается, по 18-й год. Соберите в центре, пожалуйста. Ну, 4 года. По 19. Ну и короче, он, кроме того, он еще прослыл жестким бабофобом. Кто-то знает, что это такое? Боялся женщин? Наоборот, ненавидел. Да. Фобия — это страх, типа. Вот, он, короче, если в рейде какая-то девушка играла за хила и давала хпс меньше, чем он, то он начинал троллить и очень жестоко обращаться с такими девочками. Беспощадно их посылал, кикал с рейда, давал ГП. Это да. Точно не ты был? Нет. Я не бабофоб. Нет, это мой друг. Да. А то история, которая такая, это мой друг, вы его не знаете, блядь, но он, в принципе, нормальный парень, блядь. Да не, ну... Иногда я призывал его прислушаться к голосу разума, и он все-таки... Но голос разума говорил ему полную хуйню, да? Ну, он из разряда тех людей, которые по 5000 ГП там начислял на всех твинков. И главное, кричит такой, на всех твинков. На всех твинков. Там у челика по 5 твинков он всем накидывал. Так ты позови его сюда, пусть с нами играет. Бля.
Если он сюда придет, блядь, то мне кажется, это будет... Подозреваю, он уже здесь был просто. Нет, он здесь не был. А, хотя, не знаю. Его, может быть, знает Простя. Но я его больше знаю. А у него случайно не каннибалник? Не. Там есть еще один челик, тоже легенда Циркуля. Каноб. Каноб, он у меня ВКонтакте Каноб, есть. Да, да. Канобби. Ты знаешь, да, Шторм? Да, да, да. Вот, Канобби. Ну, Каноб, короче. Считается, что с лича, когда падает два Метриоса с Геры, то это лут Каноба называется. Потому что он танчил босса. Метриосы на танка, да. Дробяшек. Он танчил босса на ФДК, его складывало с двух тычек. Какое-то извращение. Хохма, да? Бля, я помню давно-давно, ну у Шоши, когда я играл, там, короче, один знаменитый рядовод был, у него ник был Аид. Вот, блядь, он был прям, понял, конкретно такой стереотипный хач. Представляешь, как он охуенный рейды эрелил? Как эрелил? Ну, бля, вот как вот в фильмах там, грубо говоря, даже вот пройдет. Мой братух, слушай, сюда, вот давай, стань так, ты захиливай, блядь. А, я понял. Он с акцентом говорил? Он с акцентом и тупой, сука, блядь, вот в натуре, как, блядь, голландский ботинок, блядь, деревянный, блядь. Там просто люди не могли рейдить. Как бы начал он тактику объяснить, какую-то рейдить. Кому интересно... Просто держаться начинаешь. В принципе, у меня есть видосы с Циркуля еще старые. Да если полистать вниз, там плейлисты. Там есть... Не знаю уж. Да, наверное, есть с Жирином какие-то рейды. И с этим, с Каноном тоже есть. А есть даже 2014 года видос, где я первый раз в жизни убил лича. Я там за Фурика играл. 25 гер. И там релил вот этот челик, про которого говорю, который Каноп. Это где-то в августе было 2014. Да, там просто в рейд шли поорать. А, еще помню, короче, вот этот Таид всем пиздил, что у него, короче, какая-то фирма своя, блядь. А потом он скинул фотки, где он, блядь, в каком-то мебельном магазине за офисным столом сидит, его. Фирма своя, говорит, да? Блядь, там пиздец, вот, блядь, понял, просто сидит, хуй с ебальником ПТУшника, блядь. Одетый, блядь, на 1500, блядь, в мебельном магазине, зачехляешь у него своя фирма. Так, у нас... С этих с мейн танк кому-то клык нужен, нет? Так, клык. Кому нужен клык плюс в рейд? Мне не нужен. Так. Йотан нужен на оф. Нет, на оф я заберу. Мне в хеймке надо. Я из мейна спрашиваю, вообще в мейн кому-то надо? Кто имеет мейн спек, берет клык. Не, блэкиллер, монород у вас есть, да? У меня есть просто. Ага, ну зайдешь. Я зайду тогда на лобби, честно. Да, сейчас, короче, захильтесь сначала. Сейчас будет перекур. В лужу зайдите. Да стойте вы в лужу, куда вы побежали? Стойте в лужу. Двойная лужа. Двойной эффект. Сука, исчезла. Так. Кто может дать ДБМ вот это говно? Кир сможешь дать, да? ДБМ брейк. Тыкни на 5 минут. Идите, попейте чай.